Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня у нас будет обзор украшений. Это лимонное золото, бриллианты и сапфиры чуть-чуть. У меня такое настроение, что мне кажется, что пора носить уже бриллианты. Поэтому я вам покажу украшения дня, которые я носила в выходные. Дело в том, что украшений сегодня будет только два. Это браслет перед вами находится. Я показываю крупным планом для того, чтобы вы смогли посмотреть его дизайн этого браслета. Этот браслет я покупала себе на Новый год несколько лет назад. И один раз я уже в этом браслете снимала вам видео. И я постараюсь под видео оставить ссылку на то видео, где я была в этом браслете, чтобы вы могли посмотреть, если вам интересно, как этот браслет смотрится издалека, со стороны. Сейчас я показываю крупным планом с подсветкой. Здесь три линии. Центральная линия с сапфирами, а по краям две линии крайние, они с бесцветными бриллиантами. Это комбинированное золото. С тыльной стороны это лимонное золото. Это место, где контактирует браслет с кожей. Если вы видите, он безумно комфортный, он абсолютно гладкий и он не имеет ничего острого. С тыльной стороны, сбоку, с другого и с этой стороны. И все камни, они утоплены. И в принципе я на это и повелась. На его носкость и на его практичность. Для того, чтобы его можно было носить в холодное время года с теплой одеждой, и этот браслет не зацепляется. Он мне напоминает чем-то браслетик от часов. У меня раньше были такие часы, в детстве я их в школу носила. Вот они приблизительно имели такой металлический браслет, но они были совершенно не золотые. Этот браслет из лимонного золота. Я этот браслет иногда ношу, если вы внимательно смотрите ювелирные мои обзоры, я вам давно показывала такой брошь-кулон из лимонного золота, пантеру. Там тоже есть сапфирчики. И я этот браслет иногда ношу с той брошкой. Надо ту брошку тоже достать. Что-то меня потянуло на лимонное золото. И у той кошечки тоже сапфирчики и бриллианты. Или это леопард был? По-моему, леопард. Ну, семейство кошачье, там фантазийное было животное. Я вам показываю сейчас браслет крупным планом. С подсветкой. В силу того, что это украшение безумно красивое, я сейчас показываю крупным планом. Вот так вот. Он сделан, этот браслет. Абсолютно комфортный, гладкий со всех сторон. Камни утоплены, но они сверкают, конечно, безумно. Вот так вот он выглядит полностью, этот браслетик. И сейчас я поменяю освещение, и вы сможете посмотреть его в дневном свете. Вот сейчас я включила дополнительное освещение. Я не знаю, изменилось ли что-то. Я думаю, что изменилось. Вот так вот выглядит этот браслетик при дневном освещении. И сейчас я его вам покажу на руке. Я когда его увидела, я поняла, что в этом украшении нет никаких недостатков, потому что я с одной стороны люблю блестящие вещи, но с другой стороны меня всегда напрягают лапки, которые держат камни, потому что
Я постоянно боюсь поставить затяжку на колготках, на палантине, на трикотаже. И это жутко неприятно, потому что можно и платье испортить, и любую вещь испортить. А когда я вижу паве, то бриллианты обычно не так ярко сверкают, а у этого браслета у него бриллианты имеют... Они, конечно, мелкие, но у них настолько они чистые и бесцветные, и у них такие классные характеристики, что несмотря на то, что они утопленные, они все равно сверкают. И в реальной жизни этот браслет смотрится просто какой-то сумасшедший. И вот, чтобы поднять настроение себе, я его достала. Я его редко ношу под настроение, когда хочется что-то такое блестящее выбрать. И иногда, когда я долго не ношу лимонное золото, меня оно радует безумно, невероятно. Вот такой вот браслетик. И у меня второе украшение – это кольцо. Кольцо тоже лимонное золото, сапфирчик и маленькие бриллиантики. Это кольцо такое легкое, маленькое, оно не акцентное, но оно просто дополняет этот браслет. На одной руке у меня браслет, на другой руке у меня кольцо. Шея у меня укутана всякими палантинчиками, поэтому я обошлась без шейных украшений, и волосы у меня распущены, поэтому уши мои отдыхали от тяжести, и я ограничилась только желтым маникюром, желтым кольцом и вот этим вот браслетом. Застежка у него вот такая вот. Здесь пробы, но они... Ну, мне сложно будет их снять. Там пробы на золото, именник и все, что положено. Так, сейчас я застегну этот браслет. Я вам буду показывать на одной руке, но носила я, конечно, браслет на одной руке, кольцо на другой руке. Но чтобы в кадре уместилось все и сразу, я вам покажу. Постараюсь показать вот так вот, чтобы вы видели. То есть колечко. Лимонное золото, сапфирчик и бриллиантики. У меня немного украшений в лимонном золоте, поэтому мне выбирать было практически не из чего. И сам браслетик. У него ширина чуть больше 1 сантиметра. В центре это сапфиры. И по краям это бриллиантики. Так вот он выглядит. Такая классика. Мне кажется, такой браслет будет актуален всегда, он такой на все времена. Некоторые украшения устаревают, но мне кажется, что такой браслет он не устареет, потому что он лаконичный и потому что он подходит и для каких-то вечерних образов с платьем и для каких-то костюмов, чтобы сходить поужинать и для того, чтобы дома покрасоваться. То есть чем проще дизайн, тем у вещи больше шансов быть вещью на все времена. Вот такой вот браслетик. Сейчас мы будем его смотреть на разном расстоянии, чтобы навампириться красотой. Мне кажется, что сапфиры и бриллианты нравятся многим. Их сочетание тоже нравится многим, поэтому нужно в интернете искать источники удовольствия, а не источники негатива.
Новости ужасные, поэтому нужно отвлекаться от этих кошмаров. Вот так вот он выглядит. Сейчас я вам покажу, как вот он застегнулся и что из этого произошло. Вот в этом месте застежка, она удобная, она не расстегивается. Здесь просто одно звено не имеет сапфиров в центре. И эта застежка, она практически незаметна. Получается, что такая вот удачная застежка, она практически незаметна. И нажав на эту кнопочку, он открывается. Застежка коробочка, и она, эта коробочка, застежка, она оформлена как квадратное звено. Я вообще люблю застежку коробочку, потому что ее можно расстегнуть одной рукой, даже имея длинные ногти. Сейчас я вам стараюсь показать эту застежку. Ой. Если у меня получится. Вот смотрите. Вот эта часть, где пробы, она вставляется в то звено, где нет сапфирчиков. И видно только вот эту кнопочку, на которой полоски. На самом деле мне этот браслет велик. И на самом деле мне все браслеты велики. Но я в силу того, что я ношу украшения с раннего возраста, с детства, и носила я всегда взрослые украшения, я привыкла к тому, что все браслеты, которые я ношу, они мне велики. И если браслеты, они мне подходят по размеру идеально, я их не надеваю, потому что мне привычнее и удобнее носить браслеты, которые мне велики. И у меня тонкое запястье. Поэтому любой браслет, он мне велик. Я люблю, если рукав длинный, чтобы браслет, он был, ну, выглядывал из-под рукава. Сейчас я постараюсь поменять освещение. Давайте я вам без подсветки покажу этот браслет, потому что когда нет подсветки и камни не блестят, не слепят, то можно лучше разглядеть его дизайн и то, как он сделан. Три линии, в центре сапфирчики и по краям бриллиантики. Такие пластинки, и каждая пластиночка имеет по 4 камня. И эта сторона с другой стороны. И по бокам. По бокам тоже он комфортный, к коже он прилегает комфортно. Застежка-коробочка. И такие вот звенья. Вот так вот он выглядит в полную длину. Насколько же прекрасно лимонное золото. Особенно если его долго не носить, оно, конечно, радует. Лак на ногтях у меня несколько слоев, потому что он полупрозрачный. И мне захотелось чего-то такого желтого. Солнечного такого. Хотя это не осеннее настроение, но почему бы и нет? Можно же осенью устроить себе апрель. Вот такой вот браслетик. Сейчас я его на руке вам покажу. Застегну.
есть ли среди вас те люди, для которых желтое золото лимонное является любимым оттенком золота? Просто я знаю, что есть люди, которые любят белое золото, есть люди, которые любят розовое золото, а то, что у кого-то лимонное золото является фаворитом, еще пока никто об этом не сообщал. Вот такой вот дизайн. Сейчас нет подсветки, свет рассеянный, он сзади меня. И мы смотрим дизайн. С этой стороны этот браслет из белого золота, вот где камни закреплены. А с той стороны из лимонного золота. Это комбинированное золото. И поэтому его можно носить при желании и с комбинированным золотом, с украшениями из комбинированного золота, с украшениями из белого золота и с украшениями из лимонного золота. Вот кольцо из лимонного золота, это видно, а то, что браслет из лимонного, это не совсем понятно. Такой, знаете, браслет, который подстраивается, можно носить его с любыми украшениями. Так. Вот здесь вот застежка. Как бы он ни повернулся, в принципе, даже если он так повернется, это тоже неплохо. Хотя я постоянно наблюдаю и смотрю, чтобы застежка была вот здесь вот, со стороны ладони. И колечко. Колечко скромное. Сапфирчик овальный. Классическая гранки, маленькие бриллиантики, лимонное золото, легкое кольцо. Можно носить весь день. Такие кольца подходят и для работы, и для повседневной носки. В таких украшениях можно и за покупками ходить, и в гости. Такое, знаете, универсальное кольцо на все времена, особенно для тех, кого напрягает вес украшений. Серьги тяжелые вообще не могу носить, а кольца тяжелые я. Когда ношу, я очень быстро начинаю снимать и вокруг себя их раскладывать. А такое кольцо я могу носить долго. Ничего особенного, в принципе. Вот. И вот такой вот дизайн. Вот такая вот красота. Такие украшения, они вообще вне времени. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.